Всем привет! Сегодня приготовим тушеную рыбу с овощами в духовке. Из овощей берем капусту 400 грамм и шинкуем, можно шинковать на терке. В нарезанную капусту добавляем пол чайной ложки соли мелкой и немного приминаем руками, чтобы выделился сок. Если капуста свежего урожая, то не обязательно приминать. Одну небольшую луковицу нарезаем полукольцами и добавляем к капусте. Морковь примерно 120 грамм нарезаем мелко полукольцами тонкими или натираем на крупной терке. Добавляем к нарезанной капусте. К овощам наливаем 3 столовые ложки растительного масла. Растительное масло берите без запаха. И 1 чайную ложку черного молотого перца. Также добавляем 1 столовую ложку томатной пасты и все хорошенько размешиваем, стараясь перемешать равномерно томатную пасту и масло. К овощам добавляем 2-3 штуки лаврового листа. Лавровый лист ломаю, чтобы распределить равномерно везде. И все снова перемешивается. Затем берется любая форма, в которой можно запекать. Можно даже рукав для запекания использовать. В форму выкладывается половина из нарезанных овощей и распределяется ровным слоем. Сверху на овощи положить рыбу, предварительно промытую и размороженную. Можно также взять и свежую рыбу. Я взяла 2 средние рыбки замороженного минтая. Поверх рыбы выложить оставшиеся овощи и распределить равномерно. Чтобы сделать тушеную рыбу более сочной, можно добавить 100 грамм воды. Это по желанию, можно и не добавлять воду. Тушить рыбу в духовке при температуре 200 градусов 40 минут. Готовая рыба получается очень вкусной и ароматной. Также она легко отделяется от костей. Приятного аппетита!